В Северодвинске стартовала акция «Письмо Деду Морозу». Весь декабрь Красный Крест будет собирать подарки для детей из малообеспеченных семей. А в конце года на специальной елке социальные работники вручат сюрпризы каждому ребенку. Хоккейные клюшки, игровые приставки и просто штаны. Маленькие северодвинцы из неблагополучных семей начали слать письма Деду Морозу. Ежегодная акция с одноименным названием планирует собрать подарки для 150 ребят из малообеспеченных семей. Принять участие в ней может любой желающий. Желающие могут подойти, выбрать здесь письмо конкретно какому-то ребеночку. Могут быть предприниматели, могут быть это организации, учреждения. То есть все, кто пожелает и кто неравнодушен к судьбам детей из малообеспеченных семей. Поэтому мы просим принять участие в нашей акции. Канцтовары, мягкие игрушки и сладости необходимы в большом количестве, ведь они достанутся каждому ребенку. Подробную информацию об акции можно получить в отделении Красного Креста на Ленина 13 или по телефону 58 43 78.